Всем привет! Сегодня я расскажу, во что можно будет бесплатно поиграть в Steam и какие игры можно забрать на халяву. Итак, первая игра, в которую можно поиграть до понедельника вечера абсолютно бесплатно, игра под названием Prison Architect. Это игра о том, что вам нужно построить тюрьму, по вашему усмотрению, в которой будут содержаться преступники. Сама суть в том, что вам нужно построить тюрьму, из которой они не смогут сбежать, потому что они это будут пытаться делать. В общем, игра – это симулятор, строительство, стратегия. Довольно-таки интересные отзывы об игре, очень хорошие. Так что, если игра зайдет, вы можете ее купить со скидкой, там и дополнение, и все дела. А теперь перейдем к халяве. На халяву можно абсолютно бесплатно получить игру под названием Ultimate Epic Battle Simulator. Это симулятор, песочница, война, стратегия. Отзывы об игре очень хорошие и положительные. Игру можно получить до 1 февраля. Игра рассчитана на одного игрока. Одним словом, если вам нравятся масштабные баталии, эта игра вам, возможно, зайдет. Ну и по традиции я закончу раздачей из Epic Store. То есть на этот раз там раздают игру под названием Dandara Trials of Fire Edition. Это инди-экшен, метровидная игра, платформер. Суть такая, что в причудливой вселенной, где угнетенный народ стоит на краю забвения, Дандара пробудилась, чтобы изменить мир. В общем, не знаю, насколько интересная игра, ни разу в нее не играл. Отзывы у игры очень положительные тоже. Но на самом деле, неважно какая игра, главное, что ее можно получить абсолютно бесплатно, так сказать, на халяву. В любом случае, забираем, пополняем свою коллекцию игр, и если потом захочется поиграть, у вас эта игра есть, только останется установить и играть. На сегодня это все. Переходите по ссылкам, то что под видео, и забирайте игры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока и до скорых встреч в эфире.